Сегодня вступают в семейный союз Пугачев Павел Владимирович и Булева Людмила Сергеевна. Уважаемый Павел Владимирович и Людмила Сергеевна, Комитетом по делам записи актов гражданского состояния правительства Санкт-Петербурга мне было доверено зарегистрировать ваш брак. Сегодня я вас знаменатель, волнующий и незабываемый день. Вы стоите на пороге нового жизненного этапа. Вы же создаете семью. Семья – это маленький остров, бескрайний морской океан. Это неиссякаемый источник любви, счастья и взаимоуважения, который вам двоим необходимо провести с музыкой. Главный рецепт семейного счастья – это взаимоподдержка, взаимовыручка, преданность. Позвольте спросить вас, является ли ваше желание стать мужем и женой хорошо обдуманным и искренним? Прошу ответить жениха.
Так. Уважаемые молодожены, с сегодняшнего дня вы единое целое, вы семья. И создавая семью, вы несете ответственность не только друг перед другом, но и перед обществом. И ваша главная задача – жить в мире и согласии. Быть верной опорой вашим родителям. Храните вашу любовь и верность. Дарите друг другу побольше нежности и внимания. Цените каждое мгновение жизни. Уважаемый Павел Владимирович, вручаю вам, как главе семьи, ваш первый семейный документ. Для вас это наиболее волнительный день. Ваши дети выросли, сами создали свою семью. Мы вам желаем счастья, здоровья и долгих лет жизни. Пусть ваш богатый жизнь, семейный опыт, а может молодых создать легкую, дружную семью. И как самых дорогих и почетных гостей, прошу вас, первый, поздравьте Привет,
нравится. Спасибо. Мужик.